15 лет со дня основания отметило городское управление капитального строительства «Чебоксар». Предназначение его в том, чтобы сопровождать весь строительный процесс. И как заказчика проектов строительства и реконструкции объектов, и как исполнителя генподрядных услуг. При участии ГУКСа в городе рождались и развивались новые микрорайоны, выросли современные жилые дома, детские сады, стадионы, многие другие объекты. Управление играет важную роль в жизни города. С 15-летием специалистов городского управления капитального строительства поздравил глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков. Поздравляю всех сотрудников этого предприятия. 15 лет – это достаточно серьезный срок для работа любого предприятия. Это жизненный цикл при многих предприятий гораздо ниже, чем 15 лет. Предприятие было создано как стратегическое предприятие для администрации. На нее были возложены функции контроля, функции застройщика. Огромное количество объектов за плечами этого предприятия. Предприятие всегда пользовалось и пользуется авторитетом. Это один из лидеров застройки по городу, по Чувашской республике, по количеству введенных квадратных метров. И сегодня мы возложили на это предприятие важнейшие задачи.